Команда поисковой системы Яндекс назвала самые необычные поисковые запросы, сделанные российскими пользователями в 2018 году. Все запросы приводятся в том виде, в каком были заданы. В списке самых популярных, например, «Нога Акинфеева обои», «Зинаид Зидан», «Фильмы, мотивирующие на уборку», «Мстители. Война без конечностей». Также пользователей интересовало, как отомстить мужчине рыбе и ровно 4 – это сколько. Много запросов из числа самых необычных касались домашних животных. Россияне спрашивали всемирную паутину. Как правильно вести Инстаграм кота? Зачем человеку кот? Как вывести кота из Севастополя в Париж? Как вернуть себе расположение кота? Как посвятить день коту, чтобы ему понравилось? Купили щенка, что дальше? Как развеселить самую грустную собаку? И почему собака несерьезная? В список попал и наш город. Российские пользователи в 2018 году искали ровные места в Сочи для проживания.